Hi people, с вами как всегда Евгений Кощей, и не успела у нас пролететь неделька, и на носу у нас с вами снова новый ивент. Это продолжение ледяной саги, ивент будет называться «Что скрывается внутри?». Разработчики выложили информацию уже всю на своем сайте, и мы с вами можем с ней ознакомиться. Ивент будет командный. В ивенте будет всего 100 кругов, один круг 800 очков. Максимальное количество очков, заработанное за бой, будет 10. И здесь мы с вами можем еще ознакомиться с призами. Это у нас 150 искры, 20 осколков, 3 звезды, нанофрост МК1, нанофрост МК2, 50 сплава тысяч и кристалл нанофрост. С этого кристалла, я как понимаю, мы с вами можем получить как и сплавы, как и энергон, также осколки 3 и 4 звезды, искру и, скорее всего, еще какие-то усилители. В общем, ивент масштабный. Всем желаю в нем удачки. Мы, как и все, будем этот ивент проходить. Он уже, кстати, в самом разгаре. Немножечко я запоздал с этим видео, как всегда. С этой же информацией также вы можете ознакомиться на сайте, точнее в группе ВКонтакте с одноименным названием Transformer Earth Wars. О ней я уже говорил в нескольких видео. Там вся эта информация тоже выложена. Как вы можете видеть, ивент у нас уже протекает в самом разгаре, как я уже и говорил. Здесь вы тоже можете посмотреть, какие призы нас ожидают. Ну а по завершению ивента я, конечно же, запилю видосик, и мы с вами откроем большое количество кристаллов. И не только с ивента, а также, я думаю, и 3, и 4 звезды, так как осколочками, я думаю, наберу все эти кристаллы. Вам еще раз пожелаю удачи. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. С вами был Евгений Кощей. Всем пока.